Гуманитарную помощь от саровчан жителям Луганска волонтерский центр принимает с осени 2014 года. Сбор проходит дважды в год. Каждый раз отправляют около 3 тонн груза. Распределением помощи в Луганске занимается епархия. Сейчас на попечении многодетные семьи, матери-одиночки, дети-инвалиды и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. Пожилые люди, оставшиеся без средств к существованию. Они просят сделать упор на средства ухода. То есть это в основном вот памперсы, вот гигиенка вся различная. Вот. И если из продуктов питания, то больше упор на консервы, потому что это более дорогостоящее и более питательное, да, как бы, да. Вот. А муку, крупы жертвуют наши храмы. Консервы должны быть в железных банках со свежими сроками годности. Требуется также детское питание, одежда и обувь для детей и взрослых, нижнее белье. Все это собирают на гуманитарном складе на улице Пушкина, 24А. По вторникам и четвергам с 5 до 7 вечера, по субботам с 9 до 12 утра. Также помощь можно оставить в специальном ящике, который стоит на крыльце склада. Первые пожертвования для Луганска уже поступили. Разбирая вещи перед отъездом из города, Александр Савельев решил часть из них отвезти нуждающимся. Привезли верхнюю одежду, куртки, теплые шубы, пальто, штаны, костюмы, пиджаки, то есть галстуки, рубашки, футболки, там, шапки, носки, чистые, новые, все там неношенные. Обувь в коробках упакованы. То есть все сами перебрали, то есть рваные ничего не брали, все хорошее сюда привезли. Александр надеется, что все эти вещи найдут своих новых хозяев и пригодятся тем, кто в них действительно нуждается. Подробности об акции можно узнать по телефонам 3 14 52 и 77 099.